И всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мьюзик, и сегодня мы с вами послушаем Джосодо и XXX Манера Fuck Em Up. Production by MP Beats и Filthy. Нихуя себе, это жестко. Короче, сейчас мы послушаем этот тречок, который очень, на самом деле, интересный, потому что этот дуэт уже встречается не в первый раз. До этого я их слышал на треке часто, который очень охуенный, и я его репичу. Часто, да. Реально, хороший трек. Поэтому их коллаба довольно может звучать прикольно. Спидап, я не знаю, будем слушать или нет, посмотрим. Как будто нет, я не любитель спидапов, поэтому как будто и не надо. Да. Окей, прямо сейчас я нахожусь на Твиче, ссылочка на которой находится в описании. Стрим у меня идет в описании, ссылочка. И еще там ТГ, тоже обязательно сабнитесь, там все самые важные новости. А мы с вами слушаем, я не знаю, что еще говорить. Просто круто, типа, манера, хороший чел, Джосодо тоже. Каждый из дизайнеров, автор пати, пройти пессенджер, часто ебать, так Man of Era 2, нет большой любви, нихуя себе, сколько у него уже охуенных треков. Типа, блять, подряд, нихуя себе, так он очень жесткий тип. Ладно, давайте продолжаем. То есть, я вот так смотрю, манера редко скипится. Соответственно, в альбоме мы его не можем не послушать. Да, я сказал, что на альбоме Гречки, что спидап в альбоме, и мы не можем его не послушать. Но тут другая немного история. Тут немного другая история, тут не альбом. Манера хуесос. Ладно? Это не я сказал. Нихуя себе. Нихуя себе. Охуенно сочетается с битом, бро. Вообще пиздец. Jumping out of bands, fans fell in love with bands. But I dance again, pop that shit like I'm a dance. Suka has only fans, acting like we fucking friends. She fucking like my ass, I love the way you do that down. Sex, sex, me, stada, любви. Okay, неплохо. Стоп, мне точно по пути. Вот это получше звучало. Но сама не смогла уйти. Теперь видишь меня в сети. Дай куда, ладно, не грусти. Я грусти, я охуеть. Пиздец. Охуенный бит и охуенная структура припева под бит. И на харизме ёбнутый, бля, припев ебанутый, пиздец. Да. И вновь манера набита. Каждый брат счастливый, ведь я научил их как двигать это так, строго будто факт. Заставляет думать все, что это чисто факт. Виолончик, привет. Поставил все на кон. Здесь ты можешь глаз, you can ignore. Ту игру как будто хайкор. Bitches man, you can't afford. Сделал то, что ты не сможешь. Брат застал, пристыд на этот мир, мне это надо. Вот это охуенно, мне нравится. Вау, 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 вау. Окей. Окей, это охуенный трек, поэтому я не против послушать спидап. Это охуенный трек, я не против послушать спидап. Если я пойму, что спидап полная хуйня с первых нот, то я не буду это слушать. Давайте первым делом разберем вообще, что по треку. Ебанутый бит, ну, как бы, явно профессионал на бите, естественно. Ну, блядь, продюсер из Украины, таких не знал. Я не знаю MP Beats, но, бля, ебать, респект, тоже охуенно. То есть он тут еще и первый, то есть он, скорее всего, большинство работы сделал. Не знаю, как оно, конечно, работает. Афан, я твой рот трахал. Бывает. Короче, чтобы понимать... Ну, я думаю, вы понимаете, почему это охуенно звучит. Во-первых, охуенная ритмика. Плюс она идет так, что вот он заканчивает слоги. Пизда вам. В те моменты, когда начинается бит, а бит ёбнутый, и поэтому это просто пиздец. То есть ты такой прям чувствуешь этот... И такой, на, башкой нахуй просто ебешься. Афан, я тебя люблю. Спасибо. То есть, сейчас вы купаете, да, эту темку? Как он работает тут?
бля, пизда. Бля, пизда вам. И бит начинается. Вот, и вот это вот сочетание голоса с битом. Охуеть. Невзаимно, видимо. Нет, я тебя тоже очень люблю, Вилончик. Окей, куплетик. Мне кажется, у него слабее, чем припев. Если сравнивать куплеты Манеры и куплеты Джесода, как будто мне куплет Манеры больше понравился. Но припев делает здесь трек однозначно, это вообще пиздец. Припев ёбнутый, бит ёбнутый, просто пиздец. Охуенная реализация на охуенный бит. Просто пиздец, реально. Ну, в бите я как будто не сомневался, увидев такие имена, но... Охуеть, это очень ёбнутый трек, блять, Манера вообще ёбнутый тип. Типа, ну, он уже вот не промахивается. Fuck Em Up, After Party, каждый из дизайнеров, Petty Passenger, часто, Man of Era 2. Нет большой любви, скажи мне, кто ты, Армагеддон. Ну, Армагеддон, ладно, я не слушал. Все, то есть вот, от трека «Скажи мне, кто ты», ну, типа, ни одного проеба не было. Ну, субъективно, субъективно. Да, естественно. Каждый трек, вот, «Скажи мне, кто ты», и дальше, вот, типа, нету каких-то прям лютых проходников. Пиздец. Блять, очень интересно, реально. Очень круто делает Манера, и... Вообще не промахивается, поэтому ждем от него новых релизов. Что касается Джесодо, да, как-то похуй на него. Но этот трек он сделал, конечно. Этот трек он явно сделал, возможно, стоит и последить за ним, но не знаю, посмотрим. Что в треке часто он охуенно сделал, что здесь. Парень талантливый в целом тоже, то есть его нужно талантливо в правильное русло навести. Блять, ну, спасибо за такой коллаб, это ебанутый трек. Один из лучших треков Манеры, возможно, вообще. Ну, не считая, скажи мне, кто ты, да, который хайпанул. То есть это прям ёбнутая дичь, реально. Это вообще ебанутая хуйня. Очень. Я надеюсь, этот трек стрельнет. Я хочу, чтобы этот трек играл с каждой колонки, потому что он реально ебанутый. Типа, прям как я. Вот мы, у нас синергия с этим треком ёбнутая. Мы ёбнутые просто. Ладно, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этого трека. Естественно, сабайтесь на мой телеграм-канал и на мой твич-канал, потому что, ну, там все самое важное, а там, ну, стримы. В общем, вы поняли. С вами был я, Афан, вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.